Ребята, срочная информация, срочное включение. Ребята, выходят новые промокоды в Роблоксе, да еще и на зимнюю одежду, да еще и целых 6. Обалдеть, ребята. Если я не обсчиталась, то их там точно было около 6, ребята. Там такие вещи. Еще и зимние всякие Санта-кепки, блин, ребята. Это слишком круто. Поэтому прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал для того, чтобы начать видеоролик. И, кстати говоря, давайте стартуем тогда уж конкурс. Почему бы и нет, ребята? Для того, чтобы участвовать в моем новом конкурсе, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк, конечно же, ребята, нажать на колокольчик и вступить в мое Дискорд-сообщество. Ну и для того, чтобы я узнала, кто же у нас выиграл в конкурсе, тебе всего лишь нужно написать комментарий любого типа, в котором будет указан твой никнейм в Роблоксе. Также, ребята, абсолютно все условия есть в комментариях, если вы абсолютно ничего не понимали, но обязательно участвуйте в конкурсе и подписывайтесь на мой канал для того, чтобы принять участие. Смотрите также условия ниже. Вот, ребята, ну а в общем-то мы с вами начинаем, но перед этим хочу также объявить победителя нашего прошлого конкурса. Ребятки, давайте поздравим нашу победительницу прошлого конкурса. Ей стала Севим Алтынбекова. Я тебя поздравляю. Напиши мне в Дискорде для того, чтобы забрать свои робоксы. Ну и, конечно же, обязательно не забудь прикрепить, в общем-то, пруфы, так сказать, пруфы о том, что ты подписана на мой канал, поставила лайк под этим видео. Ну и, конечно, скинь обязательно в Дискорде свой никнейм в Роблоксе, повторяющийся. Ну, то есть, покажи, что этот аккаунт реально принадлежит тебе. И я отдам тебе эти самые робоксики, ребята. Ну, а мы с вами переходим к нашему видеоролику по бешеным промокодам. Блин, ребята, отошла прямо от темы. Заходим в Дискорд, и мой подписчик там такое показал. Ребята, он показал все вещи и все промокоды, которые появятся 31 декабря. Прямо в Новый год, в канун нашего Нового года, появятся новые промокоды, которые можно будет ввести всего лишь один день. Возможно, еще 1 января, если наши разработчики нас пощадят. Поэтому бежим, ребята, бежим смотреть на эти самые новые вещи. Итак, ребята, вот мы с вами находимся в нашем Дискорде. Как раз таки сейчас у нас идет с вами переписка с вот таким человечком, как Лофи. Он каждый мой видеоролик смотрит. Спасибо тебе огромное за это, за то, что ты наблюдаешь за моим каналом. И, ребята, вот что он мне скинул. Бабка Шоу, я знаю промокоды, которые будут доступны только в 31 декабря. Face Mask 2021, Santa 2021, Render 2021. И вот такие промокоды нас ждут в Роблоксе. Конечно же, я сразу же поблагодарила Лофи и сказала, что он попадет в видеоролик. Если я правильно прочитала твой ник, скажи, что правильно. Блин, может быть, Лофи, ну, навряд ли, наверное. Смотрите, ребят, какие прикольные вещи. Тут у нас получается рога оленя. Промокод Render 2021, что переводится как олень 2021. Ну, логично, на самом деле. Потом, конечно же, Face Mask, то есть наша лицевая маска 2021 с вот такими прикольными снежинками. Ну и, конечно, ребята, Santa 2021. Как же без этого, ребята? Вот такой костюм Санты, который я бы хотела получить, и на самом деле, не знаю, 50 на 50. Вроде как и верится, но в то же время штука прикольная. И здесь он мне скидывал классные скины, вот, например, вот этот хэллоуинский скин, просто шикарный, учитывая то, что, ребята, этот скин является полностью бесплатным, то есть его может, ребята, сделать каждый. Вот такой скин вы можете себе сделать бесплатно в Роблоксе. Вот, вот как раз таки у него даже есть тут видеоролик, сделал крутой скин на Хэллоуин за 0 робоксов. Классно, реально, скин классный. Даже арты, ребята, мне подкидывают, и он такой там арт был, ребята. Обязательно зайдите по ссылочке в описании, там такой арт. Блин, капец, посмотрите, обязательно лайк поставьте. Ну а теперь, ребята, введем наши промокоды в Роблоксе, который как раз таки сейчас у нас находится в игре. Для этого заходим на страницу введения промокодов, которая, ссылка на которую обязательно будет в описании. То есть, я думаю, что вы не перепутаете. Заходите на эту самую страницу введения промокодов и начинаем вводить наши промокоды как раз таки снова, который, кстати говоря, никто почему-то не заметил, ребята. Вышло у меня вчера видео по получению этой самой вещи и посмотрело всего лишь 500 человек. Вы что, 500 просмотров по промокодам? Это прям грустно слышать, но, ребята, я не сдаюсь и снимаю для вас видео дальше. Надеюсь, что хоть что-то вы будете смотреть. Заходим, ребята, Enter your code. Здесь мы с вами пишем тик, ой, ясно все, тик, ток, роблокс. Вот так вроде как этот промокод вписывается. Тик, ток, роблокс. Нажимаем на кнопочку redeem. Я не поняла, прикол, Roblox, может быть, Roblox, TikTok. Вот я не помню, на самом деле, как он пишет точно. Этот код также будет дублирован в описании для максимального удобства. Roblox TikTok, вот он, называется у нас Roblox TikTok. Код already redeemed, код успешно введен, все комментарии, ну и, блин, ребята, все коды есть в комментариях, в описании, поэтому заходите и смотрите на эти коды. Ну а следующей нашей вещью как раз таки является Rossmann Head 2020. Вот такой вот промокод с удвоенной N и с удвоенной S. Обязательно
обязательно обратите внимание на то, как вы вписываете этот промокод для того, чтобы его правильно вписать. И две вещи мы уже с вами получили. Что это значит, ребята? Это значит то, что мы с вами потихонечку начинаем приближаться к логическому завершению наших промокодов. Но, ребята, еще рано сдаваться, потому что очень много новых вещей, ну, вернее, не новых, ребят, старых, но новых вещей мы, кстати, с вами получили из нового ивента, а сейчас продолжаем с вами вводить наши промокоды. Следующим промо у нас как раз-таки с вами является крутой промокод, который звучит как Smooth Headphones 2020. Давайте его сначала введем для того, чтобы некоторую ясность выразить в нашем понимании промокодов и как бы показать вам то, что мы все с вами сегодня вводим. Smooth Headphones 2020. Нажимаем на кнопочку Redeem. Как видите, красный дизлайк, но это только из-за того, что код я уже ввела, ребята. Смотрим дальше, что у нас там есть интересного. Следующим промокодом у нас является Behoot 2020. Это тоже довольно новый промокод, относительно новый, ребята, который мы тоже вводим и получаем вещи тут же, ребята. Тут же на подхвате Walmart MX Tail 2020, с помощью которого мы тоже с вами получаем вещь, и до сих пор этот промокод, кстати говоря, не убрали из нашего Роблокса. Остается не так уж и много вещей на самом деле. Это у нас всего лишь 5 промокодов, первым из которых является Target Fox 2020. Это наш промокод, который дает нам прикольную лису в Роблоксе. Ну и, конечно, Argus Wings 2020. Чтобы вы понимали, я сейчас снимаю уже 4-е видео подряд. Прям подряд это, без отдыха, без ничего подобного. Даже со стула еще не вставала. Сейчас пойду спать. Обязательно, ребят, потому что время уже 00:41. Обалдеть, ребят, без 19 час. Прикольно, ребята. Смотрим. Дальше мы с вами промокоды вводим. Это у нас, конечно же, промокод Amazon Narval 2020. И опять же, здесь нужно обратить внимание на то, что наш Narval пишется с удвоенной N. То есть Amazon Narval. Все ясно, да? Думаю, вы поняли. И здесь 2020. Вот такой промокод. Нажимаем на кнопочку Redeem. Код already redeem. Это значит, что мы его уже с вами ввели и можем получить его в Роблоксе. Он у нас еще и не истек. Ведь если у нас истечет промокод или будет нерабочий, то будет написано invalid промокод. А в данном случае написано, что мы его уже ввели. И остаются промокоды Tweet Roblox. Ребята, устала, если честно, уже вводить эти промокоды Tweet Roblox. Ну и, конечно, SpiderCola. Вводим, и все. Наконец-то мы с вами ввели все промокоды. Теперь, ребята, мы с вами зашли на наш обалденный сайт Roblox Leaks, который подразумевает то, что мы здесь можем посмотреть с вами бесплатные вещи, которые находятся в Роблоксе. Latest Leaks написано у нас здесь, и мы можем посмотреть с вами утечки вещей в Роблоксе. Какие могут появиться у нас, появляются первым делом здесь, ребята, и в Твиттере. Поэтому Твиттер мы тоже с вами забежим. На самом деле здесь у нас ничего такого интересного нету, кроме, конечно же, вот этих зимних вещей, которые скоро, возможно, появятся. Но и у нас, ребята, в гифт-паках будут. То есть, если вы покупаете, к примеру, 1000 робуксов, вам будет вот такая капибара идти в подарок. Если покупаете 3000 робуксов, вот такой чувачело. То есть, только так, ребята, только таким способом. Точно так же и вот эти все вещи. Вот это и вот это дается за то, что вы покупаете какие-то себе наборы. Вот это точно, по крайней мере, портфель с эльфом. Я даже знаю, что, по-моему, он давался за то, что вы покупаете себе 1500 робоксов, если я не ошибаюсь, ребята. Ну, а это все остальное, это у нас старые утечки вещей, которые у нас уже были в игре, которые уже, мы видели с вами все эти вещи уже огромное количество раз, ничего особого у нас тут не поменялось, поэтому предлагаю еще, ребята, попутно забежать на Твиттер и посмотреть, что у нас там есть интересного. Так, ребята, обязательно подписывайтесь на мой Твиттер-аккаунт, на который я постоянно каждый день публикую новые видеоролики. То есть здесь вы ничего не упустите, если подпишетесь, уведомления тоже будут приходить вам сразу же, если вы поставите, конечно, уведомления в включите на меня, ребята. Заходим. Здесь сейчас у меня в подписчиках. Посмотрим как раз-таки блог все новости. Посмотрим, что у них тут единственное интересное у нас появилось. Так. Во-первых, ребята, обновилась наша система покупочек. То есть мы можем продавать наши вещи с каком-то более удобной вещью. Так, что это у нас такое, ребята? Если у вас есть адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью, но у вас не включена двухэтапная аутентификация, вы начнете время от времени получать уведомления, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты, даже если у вас не включена двухэтапная аутентификация. Что это значит, ребята? К примеру, вы играете в Roblox, и тут вот такая вот штука, появляется. Типа, знаете, двухэтапная аутентификация, введите ваш логин, и вам придется еще и логин подтверждать. Если вы до этого другое вписывали, то будет кое-какая проблема. Во, ребята, блин, почему до этого я эту вещь не видела, ребята? Наконец-то появилась наша одежда. Что такое мета-краун? Мета-фонс, мета-шейдс без подходящей одежды. Купите новый костюм мета-сьюит плюс пэнс, мета-худи плюс джинс и вейвор фейв сьют и плюс пэнс, которые теперь доступны по цене 7 реалов за каждый, то есть 7 робуксов за одну.
вещь, ребята. Неплохо. Но цена на самом деле не такая дорогая, насколько я думала, ребят. То есть прямо сейчас мы с вами заходим, допустим, вот сюда. И видим, что за 7 робуксов можно купить себе просто обалденную вещь. То есть вот мета, сьют, всякие прикольные штуки. Ну и конечно, как мы с вами и говорили, ТикТок. Мы приехали и пора праздновать. Получите свою памятную ТикТок Пати Панда с кодом Roblox TikTok здесь, ребята. Переходите по ссылке и вводите эту самую, этот самый промокод для того, чтобы получить вещи, ребята. Ну и собственно, всем спасибо за просмотр. С вами была я, Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, легендарные внучата. Встретимся в следующем видеоролике. Пока.